Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру Doom. Вот, вторая продолжающая серия. Вот, ой-ой. Тут, видите, у нас новое оружие. О, а вот и выход, слышишь? Так, с этим мы разберемся там, когда пойдем в эту комнату. А, я тут на самом деле, как видите, с корабля на бал пошел уже. Начал сразу, короче, бомбить вражин. Вот, но... Ну-ка, тихо, подожди. О! И, если честно, я что-то... О, они дерутся, слышишь? Я, на самом деле, что-то неаккуратно начал играть. Столько жизни уже про это самое протратил. Верочкой похожу. Зря я, наверное, берсерка взял, но зато я вылечился, да? Получается. Да, что я хотел сказать. И карта у нас называется... О, что это так? А, это таймер бежит. Ну-ка, смотрим. Никто не пришел. Короче, карта называется E2M3, типа эпизод 2. Мэп 3. Гад. Я тут с людьми разговаривал вообще-то, с подписчиками. Короче, рефинери называется. По слогам прочитал как мог. Не обессудьте. О, секретка, смотри. Так, тут давайте-ка... А зачем я F9 нажал? Ну, короче... По крайней мере... Так, я сейчас... Ай-яй-яй! Тихо, подожди. Я хотел себе сделать наушники потише. Вот. О, давайте я сюда схожу. Лё, это чё? А, невидимость. Лё, тут, смотрите, невидимость очень классно сделали. Такая вот рябь. Это, знаете, как будто экран на... Экран монитора снимаешь... На мобильник. Такая же рябь. Я не знаю, видно вам это или нет, но мне, по крайней мере, и на экране, и на OBS все это видно. Не понял. Гад, а как он меня... Вот здесь вот должно видно. Да, вот здесь вот видно. На светлом. О, давайте я теперь не буду ошибаться и нажму на F5. Вот, game saved, хорошо. Бля. Я, конечно, в самом начале...
прошел вообще куда-то не, ну, в другое место. Вот в это. Зачем я это взял? А, я же могу теперь... Где пройти? Вот здесь вот пройти. Где? Вот так вот. Тихо, подождите. Вот так. Тут не открывается. Лицо тоже не открывается. Это тоже не открывается. Это что, я, значит, сюда пришел ради секреточки? Ага, здесь я был. Ой-ой-ой. Все, успел. Ой-ой-ой. А я не понял. Я ж тут был. Так, 3-4. А тут двухстволка-то будет? Я уже которую карту прохожу, а двухстволки тут нет. Он пулемет даже нашел второй раз. А дробовика нет. Так, надо сейчас смотреть. Так, здесь я вроде все прошел. А, вот это надо забрать. Сохраниться. Так, куда мне сейчас надо? А, я же... Сейчас. Ага. Ну да, хорошо, окей. Здесь я нашел выход, да? Так, сейчас будем тупить в карту. А, слушайте, я там увидел. Тихо, надо... А как тут пройти? Тут стена. А, я же тут посередине не пробежал. Допустим, вот так. Я вот сюда не шел. Все. Сзади никого. Так, патроны. Патроны есть. Возможно, тут что-то про... А, о! Окей. Слушайте, а хотя это же...
Первый дом. Я не помню тут. Тут дроба-то есть. А вот и синий ключ, хорошо. Не, вы посмотрите, вот стена какая прикольная, горящая. Не понял. Такое ощущение, что тут ступени. Вот здесь вот. Но этих ступеней нет. Тоже не открывается. Так, и тут я был. Да, тут я был, тут трупики лежат. Да, вот сюда я сейчас еще хочу зайти. А, вот как раз мы тут и были, да? Ну, почти, вот здесь вот. Или нет? Стена просто знакомая. Ну-ка, давайте я сохранюсь. Да, в чем прикол? А, о, плазмоган. Да, слушайте, ради плазмогана можно было и реально запариться. Тут да, смотрите, теперь мы сейчас можем синим ключом зайти вот сюда. Класс, всех развалил. Не хотел я на них плазмоган тратить, на самом деле. Пока что плазмоган оставлю для каких-нибудь жестких целей. Так, слушайте, тут реально. С одной стороны, прикольно. Лабиринты эти. Но они мне вообще не нравятся. Просто потому что тут между вот этими колоннами могут напихать вещей полезных. Вот, а ты их берешь, возьмешь и пропустишь. Так, тут у нас опять. О, тут. Тут этот был. Ага, вот теперь. Тихо, вот теперь выйти как? А, вот. Так, вот здесь мы не были. А, здесь наоборот были. А что теперь, куда теперь?
А, вот, смотрите. Да, вот он, выход. Exit написано. Вот вы посмотрите, как тут тень сделана. Вот на полу на светлом. Вот реально всегда вот наводишь мобильником на экран. Вот такая же рябь получается. Класс. 100% убитых. Так, мы здесь. Получается. Ой, как темно. Давайте я сохранюсь. Так, я думаю, что может быть пройти еще и эту карту. А давайте пройдем. На самом деле, вот в эту дверь мы, кстати, вышли обратно заходить. Не разрешают. Ля, смотрите. О, Е2М4. Дэймос Лэб. И у нас тут маленькая комнатка с телепортом. Ну-ка, F5. Нажимаем. Ля, какое молодец. О, слышите? Сейчас, подожди, тут кто-то рычит. У нас. Тут, короче, смотрите, вот сверху, если вот поближе посмотреть, там сверху всякие окошки. А, вон они. Ты откуда прибежал? Тихо. Это, знаете, тот момент, когда ты, ну, не понимаешь, кто откуда прибежал. Вот чем мне нравится вот эта вот пуха, тем, что она прицельно стреляет на больших расстояниях. Ля, как же я скучал по этим синим стенам и синим полам. Ля, икона греха, ты ли это? Так, вот с этой стороны никого. Слушайте, а я даже не знаю. О! Шестерочка. Все, готов. То есть тут что-то такое. Должно быть. О, синий ключ. Вот, кстати, смотрите. Вот за этой стеной мы были в самом начале уровня. Так, я понял. Успел. Сохранился. Идем дальше. Один раз попал все-таки. А мне даже аптечки не нужны. Слушайте, из-за того, что тут вот эти вот, ну, графика пиксельная, да, я вот отхожу, подхожу. Вот лично мне кажется, что вот эти вот рожи демонические, они губами шевелят. Не знаю, обращали ли вы на это внимание. Так, вот здесь вот я, давайте, сохранюсь. Вот эти вот дорожки кривые. Я тоже припоминаю. Под
потому что в каких-то уровнях они были. Так, это мы вернулись обратно. Отлично, все забрали, сохранились. Тут надо реально посмотреть, что тут еще может быть такое. Все, да? Так, давайте мы теперь сюда пойдем. Потому что мы здесь не все смотрели, получается. Все, обратно мы не вернемся. Тихо, стоим. Стоим, держимся. Смотрите, я в него стреляю, а так как он меня не видит, он стреляет вообще мимо. Да, и вот эти вот глаза в кружочках, в треугольничках. Я помню, что когда первый раз их увидел в игре, думал, что это какой-то бонус, и это можно взять. Так, тут что-то нажалось. А, нифига. Там, кстати, кусок карты, смотрите. На куски карты. Ну-ка, F9, если я нажму. Ну-ка, F5. Вот эта фигня должна подниматься, насколько я понял. А, она опускается даже. Короче, я понял, это ловушка. Ладно. Только я не понял, она же как-то наверх поднималась, когда я первый раз нажал. Ладно, неважно, пофигу. Секрет, секретария. Секретария, это круто. Здесь что у нас? Здесь у нас ничего, надо отсюда выходить, значит. Так, вот сюда. И вот сюда, получается. Как вам, кстати, вот этот синий цвет? А я вот не понимаю, конечно, точнее, не понимаю, а забыл. Вот эта вот рожа, это же... Я ее назвал до этого... иконой греха. Хотя не похоже. Икона греха, она там немножко... Ну, другая. Другие формы лица были. Так. Кто? Нормально. Опа. Вообще я припоминаю. А хотя нет, не припоминаю. Хотел сказать, припоминаю. Лё. На какой сложности я играл? По-моему, на средненькой. Я помню, что вот эти вот красные стены, они меня дамажили где-то на предыдущих уровнях.
сейчас, подождите. Так, вот здесь вот на самом деле надо сохраняться. Потому что... Я понял. F9. Сейчас с шифтом попробуем. Все. Нормально. Как же хорошо тут уметь бегать быстрее, чем обычная ходьба. Опа. Какой-то круг. А, это полукруг. Понятно. Так, здесь мы не пройдем. Опа. Это что такое? Не, мне это не нравится. Я сюда потом схожу. Так, это все-таки круг. Так, я что-то не подобрал, непонятно. Так, здесь можно типа упасть. Давайте сохранюсь, посмотрю, куда мы упадем. Ага. А, не, о. Секретка еще одна. Тихо. Подождите. Так, а я где? О, я посередине. Я, кажется, понял. Это мы должны были сюда попасть, когда спускались на той красной штуке. Проблемки у нас. О, вот эти лица я помню. Вот эти лица я помню. Помню, как я их... А вот тут он, экзит, смотри. Так, сейчас я хочу посмотреть карту. Ну, вроде понял. Короче, эти лица, я, насколько я помню, я их видел, когда... во второй части... дошел до финала. Вот это уже помню. Позвоночник этот. Так, вот сюда мы должны были вот так вот прийти. Это один из путей, да? Так, а это чё, куда? Ясно. Так, вот здесь вот давайте я сохранюсь, потому что жизни... маловато будет. Это нас куда вывело? Так, я не совсем понял, что это за комнатка такая. А вот это что за комнатка? О, понял.
Вот, в натуре. Я вот про вот эту вот красную дорожку вспоминал. Слушайте, тут еще вот это вот открылось. Много дверей. Мне что-то это не очень нравится. Тут кислота, да? Опа. Так, тут надо, наверное, запульнуть. Блин, стоило вообще тратить жизни ради доспехов, да? Стоило или не стоило, я не понимаю. Есть никак. Опа, вот это хорошо. Здесь мы сохраняемся, если нас не запрут. Нет, не заперли. Ой-ой. Кажется, понял, как можно тут это самое. Только я, блин, туда хочу вернуться. Блин, опять нафига жизни потратил. И опять меня это самое, да? В ловушку затащило. А так, ну-ка. Все. Нормально, давайте сохранимся. Ой-ой-ой. Легчайше. Ну, можно и с этой походить. Так, отлично. И опять где-то вылез. Непонятно где. Да, вот. Вот эти комнатки я хотел сюда зайти. Потому что я не знал, мало ли тут что-то такое есть. Так, ну, короче, все. Здесь мы сделали все, что хотели сделать. Теперь нам бы понять, куда теперь идти. Так, можно пробежаться вот сюда. Ладно. Так, хорошо, ладно, фиг с ним, с этим порталом. Вот начинаются трудности. Так, тут вообще-то мне бы неплохо бы... А как я опять попал на ту самую дорожку? А, вот она, кстати. Вот сюда мне и надо. Наверх. Значит, так, ищем теперь желтую дверь.
Возможно. Так, ай-яй-яй. Черт. Желтый ключ у меня есть. Значит, нам нужна желтая дверь. Так, сюда нам не надо. Так, в обратную сторону пошли. А что у нас тут должно быть? Я вижу, кстати... некоторые моменты в карте, которые я не распознал. Тихо. Так, отлично. Вышел сюда. Значит, нам теперь вот сюда. Сюда, точно. Вот эта рожа отвратительная. Сюда получается. Сюда получается. И теперь вот сюда. Сворачиваем. F5 делаем, потому что долго бежал. Ой, хорошо как. Ага, тут можно было так пробежать. Так, здесь что-то у нас сейчас начнется, да? Поэтому опять сохраняюсь. Не то чтобы я на сложном уровне играю, да? Так, ну-ка смотрим. Ага. Так, это я здесь был. А, все тут всякие тупики, да? Смотрите, вот этот компьютер, он показывает всю карту. Та карта, которая у нас исследована, она типа красная. Красно помечается, получается, да? А то, что не исследовано, оно серое. Соответственно, сейчас бежим в те моменты, которые у нас серенькие. Посмотрите, я вот сейчас посмотрел на некоторые моменты серые у карты. Они стали красными. Да, я сейчас правильно иду. Так, где я? Вот здесь я не был, да? Ой-ой-ой, бежим. Куда-куда-куда? Так, похоже, сюда. Окей. Да ё-моё, не те кнопки нажимаю. Так, теперь давайте вот сюда. Вот это вот что за портал? Опа. Это мы, кстати, в начало пришли. В начало пришли и секретку нашли. Так, смотрите, я тут 53 из 65. Убил.
То есть... Тихо. То есть я сейчас... больше половины карты прошел. О, меня тут не было. В натуре. F5. Ай, первая смерть. F9. Тихо, шестерочка. Кошмар. Но в этот раз я выжил. Можно и на F5 нажать. У меня даже жизни дофига осталось. Так, еще раз F5. Так, что получается, мы с вами... Так, это что такое? Так, я не понимаю, я в какой-то тупик зашел, да? Ой, я даже не знаю, желтый ключ. Где бы мне тебя применить? Так, вот тут я как раз его подобрал. А, желтый ключ я уже применил. Все понятно. То есть нам сейчас как раз вот реально сюда надо. Ну-ка, смотрим. Вот я даже не знаю. Вот он выход. Может быть, тут надо реально как-то... Ну, потому что я, смотрите, я всю карту изучил. Вот, изучил всю карту, и чего? Вот, где-то двое только шатаются. Слушайте, может быть, я что-то тут не то самое не заметил. Какой-нибудь вход. Так, еще раз. Ну только уже вот сюда попробую. А, вот, слышишь? Я, конечно, уникум. Такую вот кнопку не заметил. Не знаю, не буду я брать теперь. А вот и двое. Вот этих вот ребят. Все, они теперь 100 киллов. Офигеть, очень круто. Так, items 97, секреты 90. Смотрите, мы теперь здесь. Так. Давайте я здесь сохраняюсь. Смотрим, как называется карта.
Command Center называется карта. Командный центр, так сказать. Вот. И его мы будем проходить уже в следующей серии. Вот. Собственно, два уровня мы прошли. На этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Это была игра Doom. С вами был Однорукий Борис. Всем удачи и всем пока.